Всем привет! Сегодня 16 мая, зацепили сажалку. Сейчас поедем, попробуем картошку посадить, что там у нас получится. Грядки не нарезали, без борозд так на глаз посадим, потому что все равно потом боронить. И я считаю, что нафиг не надо, так что... Потом, когда окучивать будем, тогда и грядки поправим. А. С полоборота, бля! Заработал вроде.
Скорость, что ли, большая? О! Пусть руками садит, пускай руками сажает. Нет, все, картошки-то нету. Чего, сука, ты черт-то сработал? Может, где-то что-то зацепило. Откуда я знаю? Ну что, посадили, будет еще картошка. Там добьем надо. А так, Игорек вон закосячил. Не этот, не стал ничего перебирать картошку. Так, с мешков хуйнул. Сколько там, блядь? 4 мешка всего.